Извините за то, что я применял мат. Матершился. Ну, матерился. Матюкался. Ага, да. Это ПЖП. Хочешь купить мою пиццу? Я Торлок. Здравствуйте. Я Голубка однажды. Москвич три, к слову. Пум-пум-пум. Хочу, чтобы кофемашина твоя сломалась. Я понял. Пока. 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 Пиздец, ему похуй. Негра, блядь. Отдай, сука. Блядь. Сука. Сейчас последняя миссия хватит. Блять, улетел как говно, сука. Ёбаный конь, а ну ты посмотри. Nothing that you ever do. Carbon-based buffoon. Гладиолус активирует спаун банды. Посмотрите, какой придурок, сука. Хочешь купить мои пульсы? Я Торл. Здравствуй. Я долго однажды ходил. Пум-пум-пум. Хочу, чтобы кофемашина твоя сломалась. Я понял. Пока. 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 Да сука, умри ты, сука. Блять, еще сзади не бьет. Парашют. Отдай парашют, сука, сын, ебаты, блять. Я негр, я буду жить. Пошли вон, суки, блядь! Я сказал, я здесь главный! Это мой самолет! Отвалите, суки! Червяки, сука, ебля! Дай пройти, говно! В смысле, блядь? Да, блядь, надо было сначала взорвать. Ой, блядь, я думал, надо было прыгнуть и нажать взрыватель. Мама. Я думал, что типа нужно как бы это, спрыгнуть и сразу моментально нажать кнопку. Ну как, понял в кино? Сука. Здорово, работяги. Добро пожаловать на скинозавод. У нас тут все просто. Посередине баланс шестеренок. Их тебе сразу же 1000 штук насыпет. Слева конвейер кейсов, стреляй по кейсам и смотри, что внутри. Одно открытие стоит всего 10 шестеренок. Справа скиногенератор. В нем раз в 2 часа производится бесплатный скин, который можно улучшать за шестеренки. Твой прогресс сохранится до конца осени. А снизу мастерская, там наша шаурочка чинит получаемые на заводе скины и помогает их вывести в твой Steam. Ссылку на временный скинозавод на Epic Drop я оставил в описании. Получи 1000 шестеренок за регистрацию и осеннюю операцию с халявным ножом бесплатно. Я Валера Турок. Я до твоей литы нахуй, ты девочка. Алло, 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 алло.
Лед прилипка. Эй, ты, это ПШП. Хочешь купить мои бусы? Я Торлок. Здрасте. Турлок. Я тут одна. Это я Торлок. Москвич. Я Валера, я Торлок. Пум-пурум-пум. А, ну понятно, да, он, машина твоя сломалась. Я тут. Пока. Да, блядь, пацаны, пока. Я хочу драться. Пока. Я хочу драться плюс убиваться. Давай мне парашют, я пошел отсюда. Ты, дорогой мой друг, отсвались с Матин, блядь. Бля. На тебе, Билли. Негр, текай тебя, ебут. Ты что стоишь, блядь? Да текай же, шоколад. Шоколад течет по трубам. А, понятно, хуя ебина, надо натери. Я твою маму, это самое, того, ты понял? Ты, говно. Я тебе все сказал, ты. Насрал. Человек перетонул, жопой пусть насрал. Насрал. Женщину драть будешь. Я тебя сейчас рухну по-быстренькому. Просто ебать из Иисуса. О, из парашюта, иди сюда. Я сейчас убью вас всех, я понимаю, да? Чё за хуйня? Ебать, это Брэд! Ха-ха-ха, я хуею, блядь! Мама Люмба, я дебил! Олька! Олька! Ха-ха-ха! Сука, благи, ебать! Я Валера, веди Турлок! Турлок, Валерий! Турлок, Турлок, Турлок! Турлок, Валерий, Валерий Турлок, Турлок, я Валерий Турлок. Привет, я Турлок. Узнал меня, я Паша Пел. Курсы мои не хочешь купить, ты дура, сука. А? Курсы со скидочками. Сука, бизнес-тренинг, нахуй. Курсы, блядь, пойди, не хочешь купить, дура. На тебе, Валера Турлок, работаем. До свидания, говно. До свидания. Эй, бля, до свидания. До свидания. Лёд, чё за прикол? В смысле, не понял. Это прикол или женский укол? А в чем прикол, сука? Женщина, привет! Парашют забираю, до свидания. Эй, до свидания. Я Паша Пел, нахуй, завтра. Я Паша, Паша, я Павлин, я Павел, петух, я петушара. Я да, сюда, Паша Турлок, работаем. Я Паша Турлок. Насрал. До свидания. Эй, до свидания. Эй, до свидания. До свидания. Изи, бро. Насрал. Валера Турлок, все. Насрал. До свидания. Ракетка летит. До свидания. Я Фрэнка играю. Почему Фрэнк? Фрэнк Асси Фрэнки. А почему ты мне такое не сделал? Отстань, иди домой. Это я хотела в такое играть. Хуй тебе, блядь, поиграть. Я хотела иди в такое играть. Сюда. Ты только играешь, ничего больше не делаешь. Я буду играть, потому что... А я когда в это буду когда... играть? Когда, как он, когда, нахуй? О, сговорчиво. Сейчас там надо отвечать, игра, блядь, быстро. Я сегодня в Яблоке золотом была. Давай, иди мне по. Линда, когда снимаешь фильмы, да, блядь, надо это... считаться с мнением давай. Режиссера. Стоила, например, это 10, фильм Крис, так что... Так, давай, мне как бы это... А знаешь, серьезно? Так, блядь, что не понимаешь? Ты тоже отошел Алиночка. От сценария. Да, но это... Я актер. Ну, не парься. Давайте просто еще разок, ладно? Сделали твой вариант, а теперь попробуем мой. Косметики, не дергайся. Ладно. Давай все уберу. Все получится. Что-то нормальное купила. А если нет, говорил, ты согладишь свою вину после съемок у меня в трейлере. Кустик. Я мотоцикл куплю и уеду. Прямо как сироп от кашля. Мятный. А я блеск не уеду. Да, меня и впрямь тошнило.
Стоило того. Может, мне уйти? Ладно, ладно, за работу, ребята. Собрались быстренько. Еще раз снимаем эту сцену. Вот такая. Повторяем. Окей, звук пишется. А тебе такая не нужна. Камера пишет. Знаю, все-таки прохожу. Ну, это хуёво. Ладно, все по местам. Она хуёвая. Приготовились. Она очень плохая. А тебе хрустик говорит? Приготовились. Она очень плохая, самая худшая. И начали. Это очень плохая. Хорошая. Вот капец, пахнет жареным. Начало? Что это вы здесь творите? Это начало? О, здрасте, а? Мистер Грин. Это начало? Шериф. Это, да, начало. Точно. Там негра убил. Простите. Уже, нахуй. Но в этом месте планируется самый замес. Это заброшенный завод, мистер Ривера. Вы здесь незаконно. Хуёкер. Так что, если не хотите ночевать в обезьяннике, попрошу вас, мисс Касл и мисс... Ты дашь мне Дикси. Поиграть или нет? А ты мне дашь мисс поиграть? Тэмми Ди Дикси. Потом я пройду, ты пройдешь. Я не хочу играть на компе. Мисс Гор. А на чем? Мисс Кристин Гор. На Сонечке. На Сонечке. Попрошу вас немедленно покинуть территорию. И ни при каких обстоятельствах не возвращаться на этот завод. С кого? Откуда у меня деньги? Никогда. Да, естественно. Я на мотоцикл собираю деньги. Куикл. Я мотоцикл куплю. Куикл. Я собираю сейчас на мотоцикл. Что за привычка, блядь? Я мотоцикл собираю, мне уже почти скинули ребята. Сколько? Хуёка. 3-4-5-0-0. С них и подарочков отправить хочу. Алина, я привет. Плюс, когда я прошу купить мне что-то, это, блядь, у нас денег нет. Когда на тырочку так, собираем, давай, это чё, у нас блядь, есть. Погромче покричи, чтобы они поржали. Зачем тебе кидаю там, деньги? Потому что ты разъебался, я не пойму. Давай погромче покричи, ха-ха, посмеются еще. Чё смешного? Да ничего, иди смешно давай. Смешно хрустиком быть? Я буду байкером. Хуяйкером. Настоящим волком. Хуящим. Алиночка, слушай. Это тебе сейчас. А, блядь, динамики. Ничего. Что это? Ничего, ничего. Что ничего? Сказали тебе ничего не, что не, мне не покупать. В смысле, блядь? Ничего вообще тебе никогда. Вы сказали мне ничего не покупать? А мне и так ничего никто не покупает. Давай, иди, все. Алина. Да, чьи губы слаще, чем смотри туда, малина. Ты, для тебя тут показывает. В смысле, блядь? Это не для тебя. У Симонова театр Петросян, а у этих... Театр Мамедова. Ебать. Это же просто позорище. Гони отсюда свою немытую ралю и дай пацанам насладиться твоими затупами. Дебилоид. В чат пробил ентер в чат. Ага. Слышишь, что? Я мытая вообще. Давай, все. Мыться — это единственная роскошь, которую мне позволяют в этом доме, блядь. Давай, давай. А то я в туалет не могу сходить, а что до сих пор не починили. Давай, давай. Все нормально вообще, что я на улицу хожу? Это нормально, то, что ты... Блять, нет, тут пахнет жареным. Вот капец, Путин сел мне на конец. Нет, блять, еще раз. Владимир Путин, пи***ц. Привет, Алин, очка Мамедова. Как там с рокером? Дед все еще куколд. То есть гей. Это донат, Алин, на шоколадку передай. Не передашь, равно ебло. Я не знаю, мужчина знает только хрустиков. Если мужчине что-то надо, он, блядь, берет нахуй и делает. Знаю только хрустиков. Мужчина всегда в семье, это, блядь, гора. Это гора. Мужчина, блядь, или хрустик? А женщина, это, что? Гору снизу должна поддерживать. На плаву. Краненко, шлюха, вошла в дело. Байтит с самарским чмом на пару. Алиночка, я помню твой сочный черемяк. Спасибо за волшебную ночь, крольчиха. Ахахф. Хаос мод на Алинку. За какую волшебную ночь? За какую? За какую? Какую? За какую? Какую? Я тебе все, конечно, могу понять, но мало того, что этого долбоеба в принципе не вижу дома, теперь он катается весь день на москвиче, а здесь гора просто немытой посуды, которую мне обещали. Нормально. Все, давай. Мой кружок. Иди тут, все, твоя минута славы кончена, все. Чего, блядь? Давай, иди посуду помой. Ты, блядь, может, помоешь ее наконец-то, иди, не пойму. Иди, приберись. Коты насрали. Ты это мне говоришь? Да. Я приберись. А ты ничего не хочешь сделать? Ну чё, блядь, я сейчас с компьютера, извиняюсь, говори. Извиняюсь. Неудобно. Да, блядь, не могу попасть. Вот блин. Молодец.
Простите нас, мы не знали, что делаем что-то плохое. Мы уходим. Воу-воу-воу! Хайме, у нас фильм еще не готов. Знаю, но мы должны слушаться шерифа. Он же шериф. Когда сделаешь все то, что я попрошу. И мы чрезвычайно рады следовать указаниям шерифа. А когда ты сделаешь то, что я попрошу? Я первый. Если вы сам Настар Дамус, вы Путину проникли в анус. Если вас зовут Сухач, Кадырова Атра. Если вас зовут Валера, Путин Валера. Если вас зовут Сергей, Путин Волокас Гей. Ну все, давай, Зай, иди, все. Извиняюсь, говори. Ролячка, как же я тебя люблю. Лукоморья, дуб зеленый. Ну вот, нахуй. У рукоморья дуб зеленый, золотая пизда дубитомна. В следующий раз, чтоб побрила. Поняла? Купи мне бритву в золотом яблоке. Хуй яблоки. Хуя. Поброишь, потом приходи. Хуёй. Ты до меня... Фу, блин. Что, опять от жигу ел, у меня все горит? Ничего страшного, перегорит. Ходят, блядь, тут всякие. Тебе прямая дорога в дурдом, где тебе попытаются помочь хорошими таблетками и хотя бы оградят от тебя общество. Черный проект. Что-то я не понял, блядь. В чем тут концепция? Торино, where are you? Привет. Как дела? True. Нормально все, что ты хочешь, блядь? Как у тебя дела, говорю, ты дура? Иди нахуй, ты нормально можешь разговаривать? Как дела твои, блядь? Как в школе у тебя дела? Дурачок. Да пошел ты нахуй со своей школы, я в бурсе учусь. В смысле, блядь? Чего надо делать? Нихуя не пойму я. Не, а как играть? Дуровую, что ли, миссию? Ну, поехали. А, худеть надо персонажу. Да вы что, гоните, что ли? А можете мне закинуть похудение персонажа? Вот здесь сбрасывай вес. Это что, так быстро, что ли? Капитан Хайме, накачанное телосложение за 150 рублей. Капитан, привет, как в школе? О! Вот это я понимаю подход к человеку. Спасибо, родной. Еду на мотоцикле, представляя, как будто это я. На своем соку электрическом. Будущем. Слотик активирует капитанное телосложение за 150 рублей. Так, пасеки, давайте, ну, вот тут хуй не хуёвничать мне. Сейчас хотя бы, да, хоть сейчас. Окей? О! Так, верни обратно сейчас же. Обратно возвращаем. Сдавай мне нормального сейчас же. Верни обратно, Лэг. Верни мне нормальную фигуру. В смысле в зал идти мне только что нормально сделать, эту хуйню я обратно сдержу. О! Спасибо, братишка. Блядь! Не одно, так другое, сука. Сейчас пока буду это ебаное время мотать, какой-то пи***р меня толстит. О, я не знал, что тут фигура влияет на миссии. А, вот эта миссия серьезная. Смотри, смотри. Блядь. Ага.
Не понял, антипуля? Насрал. Что наделала, блядь? А, ускорение. Ну это не страшно, братан, спасибо. Быстрая скорость меня не останавливает. Я не боюсь быстрой скорости, я владелец БНВ, бывший. Да, давно я на таком аппарате не летал. Да, сука, аж детство вспомнил. Лет 30 назад я в эту игру на этом как полетел, я офигел. Офигеть, крутая штука. Да. Классная штука. Привет. Как у тебя дела? Hey, man, where you at? Чё ты доебался, сука? Как у тебя настроение? Как самочувствие? Yeah, да пошёл ты нахуй. Сука, ты ебало своё завалишь уже, не похудей, гнида. Тварь свинтус. Ты охуел, что ли? Я нормально, я упитанный. Капитошка, ну сделай нормального пацана мне, блин. Спасибо, братан. Капитан активирует накачанное телосложение. Спасибо, за 150 рублей. Вот это я понимаю настоящий. Я хочу в жопу. Я вообще-то сейчас, ты видишь, что делаю? Подходящее время для этого. Да иди, ну. Ты, бля. Эй, ого. Держи, дедушка. Будь настоящим мужчиной, я тут для барбара. Братик, спасибо, ну уже как бы, ну и это... Поздно. Блядь, тут тутлс. Блядь, умер нахуй. Блядь, сука, дура, блядь. Студёная. Хороша. Хороша. Привет, долбай. Пошел ты нахуй, девочка. Ты мой классный? Да, и что, директор? Я директор, блядь. Пошел ты нахуй, директор. Блядь, извини, ну убил нахуй, ну и что? Блядь. Кто знает, может это мальчик лысый полетел ура, он летит. Блять, нет, мама, папа, держись, нахуй, ебать. Перевертыш будет, мать, все. Ой, блядь! Не тормози, малыш. Оп, стоп. Она любит сосать писюны. Сейчас мочу. Эй, кто это фрик? Somebody take care of this joke. Пиздец. Это что, прикол такой или анальный жесть?